Всем привет. Небольшая распаковочка. На большую пока нету времени. Вторая посылка будет позже. Там все более умное. Вот такая вот упаковка у нас на проводах. Хрен с ним, короче, не вскрыть. Заказал по ссылочке, по идее, человечка с форума ради эксперимента. Три проводочка. В сумме на 600 рублей. То есть получается по 200 рублей провод, что ли. Подожди. 5,6 300. Нет. Значит, за 300 рублей все вместе, значит, каждый провод по 100 рублей. Короче, Type-C укороченный, все дела. Сейчас компьютер вырублю, чтобы не мешал. Ссылка будет, само собой, под видео, если все будет хорошо. Брал с умыслом проверить, пойдет ли он на BV9500. Потому что на родной провод все жалуются. Посмотрим, как у нас будет не родной. И не зря ли люди советовали. Ну, во-первых, вот такой вот аксессуар прикручен к ним. Это очень круто. Потому что провода всегда будут в порядке. Потом я брал короткую версию. Вот. Вся длина провода. Там есть и более длинная. Ну и сейчас самое главное. Проверим, достанет ли он куда надо. О! Даже запас есть. То есть в 9500 встаем. Так. Будем ли мы заряжаться? Ну, зарядка как минимум его увидела. Он зарядку тоже. Сейчас посмотрим, сколько он сквозь нее прогонит. Ну, правда, он почти заряжен, но... Хотя нет, подождите-ка, я уже до половины, по-моему, разряжал. Значит, сейчас все будет в тему. Подключаем зарядки. Простите за кавардачок. Сейчас посмотрим, сколько он будет брать. Вот заряд пошел. Сейчас должен разогнаться. Это не экспресс, напоминаю, это обычная. Он ее все равно будет прощупывать, как экспресс. И вот, 1,6, пожалуйста. Получите и распишитесь. 1,65. Ну, значит, провод неплохой, как минимум. И если подрубить его к экспрессу, значит, он тоже прокачает очень хорошо. Ну, осталось, кстати, проверить с компьютером. Ну да. И проверить, влезет ли он в остальные устройства. Другой стороной, соответственно, тоже работает. То есть он нормально двухсторонний. Ну и сейчас попробуем с более удлиненной дыркой 6800. Ну, тут держится уже фиговенько. Тут прокладочка мешает. Да, не достает 6800. Значит, еще раз убеждаемся, что 9500 провод у нас хороший. Ой, провод, гнездо короткое. Ну и ради эксперимента в новинку попробую запихать. Если вытащу все-таки адаптер магнитный. Есть. Сейчас проверим, подойдет ли к хиту сезона. Ай, убежал, искать придется. Не. Значит, это обычный короткий кабель. 9500, ну и те, у кого простые кабеля. Все, на этом видео завершаю. Не буду больше задерживать. Вот такой вот прикольный кабелек, который позволяет себя сматывать и фиксировать вот такой вот хорошей липучкой. Очень полезная липучка. Я ее уже, по-моему, даже отсюда хочу скоммуницировать. Есть у меня идея, куда еще ее можно применить. Вот, все. Всем пока, спасибо за внимание. Если провод понравился, как всегда, ссылка под видео. Чао.